Всем привет! Усы с щеточкой, или как их еще называют, зубная щетка. Это стиль усов шириной от 1 до 5 см прямоугольной формы по центру верхней губы приобрели популярность в начале 20 века. Их носили многие именные люди того времени, в том числе Адольф Гитлер. Но почему он выбрал для себя именно такой стиль усов? Существует две основных версии. Потому что он был поклонником Чарли Чаплина. Известно, что Чарли Чаплин обзавелся усами еще в 1914 году. Гитлер же на 2 года позднее, на Первой мировой войне. Говорят, что будущий фюрер был большим поклонником английского комика и под влиянием его образа обзавелся зубной щеткой. Интересно, что в 1940 году Чаплин снялся в фильме «Великий диктатор» в роли аденоида Хинкеля, который был пародией на Гитлера. Фильм даже послали фюреру. Чаплин, услышав, что Гитлер посмотрел фильм, сказал: «Я бы отдал все, чтобы узнать, что он думает об этом фильме». Но реакция фюрера так и осталась неизвестной. Зато известно, что фильм очень не понравился Сталину. Расстрелять! Вторая версия, потому что удобно надевать противогаз. По свидетельству писателя Александра Морица Фрая, служившего в Первую мировую войну в одном полку с Гитлером, будущий фюрер изначально носил довольно пышные кайзеровские усы. Однако ему пришлось сбрить их по приказу командира и оставить характерную зубную щетку из-за того, что такие усы мешали правильно надевать противогаз. В то время он выглядел высоким, потому что был очень худым. Пышные усы, которые позднее пришлось подрезать из-за новых противогазов, скрывали уродливый разрез его рта, вспоминал Фрай. А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока.